Херри сегодня он не играет, и он подвергся уничтожающей буквально критике. Сейчас смотрим за этой атакой. Нет положения вне игры. Корнеле. Футбольный генерал. Вот сейчас мы смотрим самые интересные моменты первого тайма. Вот он, выход Сергея Корнеленко, о котором я вам говорил. Видите, острый угол, поэтому он не попадает. Здорово смотрится и в Владикавказской Алании. Сейчас он один из лидеров Владикавказской команды. Ох, как сейчас ошибаются игроки в центре обороны и блистает. Фланга, вот она как раз подача Чипряна Дяка. И посмотрите, бьет станку феноменальный просто. Скорость набрал хорошую. Давай, Александр, пробей по воротам. Штанга, мяч остается в игре, как же обидно. Такого же рода вязкой игре против сборной Андорры. Пошел вперед, помог, оживил игру и как-то это всколыхнул. Хорошо идет вперед один Виталий. Тут же подкат в исполнении сразу двух футболистов, которые с подкатом... Красная карточка! Красная! Красная карточка Корнеленко. Приехали в гости к албанцам. И что вы думаете? Какой? Кисляк, Кисляк пробивает, попадает в стенку. В расчете на отскок. Калачев, хорошо, можно продолжить. Удар! На добивание гол! Есть взятие ворот! Нет, претензии высказывают игроки сборной Албании, но судья Питер Расмусен указывает на центральный, это быстрым голом. Удалось это сделать, смотрите, пробил, если я не ошибаюсь, поворотом. Вдвоем играют сзади сейчас Мартынович и Молаш. Ошибаются албанцы, можно сделать передачу! Сергей Кисляк открывает счет своим голам за национальную команду. Да, интересней. Какая хорошая подача, нет положения вне игры, не стоит здесь поднимать руку. Вот секундой ранее буквально, может быть, придраться и... Который работал с Мартыновичем в минском «Динамо», наверняка эту игру оценит. Опасно! И с линии ворот в Гамилько также числится уже третьим голкипером. Мается, лениво поднимается с газона. Эрвин Скелло посчитал, что было нарушение. Втык, смотрите, какой хитрый удар в исполнении пятого номера сборной Албании. Мощно, с подкруткой по уходящей траектории. Где наша сборная сыграла против команды Казахстана на второй добавленной минуте. Ох! Какая ошибка! Какая ошибка Мартыновича! Ну вот так вот. Обидно. Со спины выскакивает футболист сборной Албании. Оставил, что называется, вратарю. И был точен форвард хозяев. Очень досадный гол. Дождался своего часа. Игорь Шитов. И первый удар по воротам Лориса. Ну а Тимофей Калачев подает в штрафную площадь. И мяч оказывается все-таки ворот Лориса. И Абидаль просто не понимает, что происходит. 1-0 сборная Беларуси. Итак, Тимофей Калачев подает мяч во вратарскую. И похоже, это Эрика Абидаля. Мяч оказывается в сетке ворот сборной Франции. 1-0. Что случилось с этим действительно звездным защитником? И вот очень быстрый ответ сборной Франции. Мяч оказался в сетке. Еще раз посмотрим повтор этой атаки. Все оказалось достаточно просто. Как по нотам разыграли эту комбинацию французские футболисты. Санья справа сделал точную перевязку. Кульчи здорово разобрался. Вышел на ударную позицию. Мне отличное решение выбрал азербайджанский арбитр. Помолчим. 1-0. Сергей Корнеленко открывает счет в этом матче на 48-й минуте. Итак, наказал соперника точным ударом с 11-метровой. Разыгрывает. Сам пойдет. Ай, красавец, Кутила, конечно. Вот такие полотерские
по-моему, движение. Пошло обострение. Жаль, подскользнулся в последний момент Корниленко. Но получилась такая передача на Бардачева. Кто-то опережает вратаря. Оказывается, на ударной позиции не повезло Максиму. Не повезло. Вроде бы эффективно. Вот и здесь Корниленко принимает мяч. Укрывает мяч корпусом. Мяч достается Антону Путило. Вот так решает эпизод. Мне кажется, сыграно в высшей степени профессионально. Так умеет Антон Путилов. Мне оказался в воротах. 73-я минута, 2-0. Наша команда впереди. А видеть, здорово, грамотно сыграл Вячеслав Глеб. Хотелось ему пробить воротом. Еще легче, да, Сергей, наверное, сейчас? Да, сейчас уже игра, я считаю, что сделана. Но здесь я отметил бы Глеба именно в том эпизоде, что он... Пиче корнер, другий за нашу репрезентацию. Обратите пажню, сада Джеко прихвата лопту и онда пенал као суза. Pogledajte rukom za usta. 22. minuta, 11 terac za našu reprezentaremno. Salihović šutira, Salihović gol! Gol! Pogađa uglavnom iz slobodnjaka. Sjetimo se onog njegovog gola protiv Turske. Sjetimo se onog njegovog gola u prijateljskoj utakmici. Sada je bio vrlo golom sa bijele tačke. Pjanić. Pjanić. Mali sada prilike iz udara, Meduljanin, gol! Gol! A sada su potpuno u šoku Bjelorusi, gledamo još jednom, sjajno iz prve, bez čekanja. U nebranjeni dio mreže, pogledajte kako je to bio precizan udarac Harisa Meduljanina. Simović, Džeko ostavlja za Misimović, gol! Gol! Gol, 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 gol! Misimović je na stadionu u Bilino polje. Kakva sada erupcija oduševljenja, poštovani gledatelji. Konačno sa dva igrača više uspjeli smo doći do pogotka. Misimović postigao svoj 18. gol u reprezentaciji u 87. minuti. Dobri pas out wide. Nipple and it's Trohej. It's 1-0. Adrian Matu makes it 33, international goal. Inside, I'm sure there'll be reaction. It was a perfectly made run by Gabriel Torre. And it was the easiest of goals for Adrian Matu. And Kudelenko's strong goal here. Sergei Kudelenko! Belarus have equalised. Three against them on the play. Well, he just found himself through on goal, really. Couldn't believe it. Well finished, up against Tantalimon. Took it coolly and slotted into the bottom corner. Let's see if he takes this one. Now, was the contact in or outside the pot? And call as you like. Mutu puts it down the middle. It's his 34th international goal. He's only one behind. Finally taking penalty. What a shot, cuts inside. Neat turn there by Rudik, and it's a really good ball. And it's 2-2. Belarus have got it again. And Drahoun was in behind, and it was a really, really good finish. Lovely turn there was by Flip Rudik, the substitute. And his pass was perfect inside the captain Rat. And Drahoun coolly ships it over and beyond Costel Tantimon and into the back of the net. It's Romania 2, Belarus 2.